Жизнь у небесе, жизнь любви вместе, многое-много лето, многое-много лето, многое-много лето. Живите дружно, ссориться не нужно. Живите дружно, ссориться не нужно, многое-много лето. Много прославляйте, вечность устремляйте. Бога прославляйте, вечность устремляйте, многое, многое лето. Живите дольше, детей побольше, многое, многое лето. Дети, растите, Богу приводите. Дети, растите, Богу приводите, много-много лета. Пошла. Господу служите, да золотой живите. Господу служите, да золотой живите, много-много лета. Друг друга почитайте, ссор не допускайте. Друг друга почитайте, ссор не допускайте, многое-многое лето. В гости приглашайте, чаем угощайте. В гости приглашайте, чаем угощайте, многое-многое лето. Поняли? Приходите, конфеты приносите, много-много лета. Кто? Желаю счастья, счастья мы желаем, много-много лета. Все? Выпускаем. Лекарственные травы. Счастье твое, да будет воля твоя, небо на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, как жить мы оставляем должником нашим. И не приведи нас во искушение, но избави нас от плохого. Слава Сыну и Святому Духу, и милуй Тесная на веки и поклони. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Бога лето. Богое лето, многое лето, многое лето. Мы желаем вам много детей, счастья, добра, любви и согласия. Пожалуйста, давайте выпьем за молодежь. Много лет. Многое лето, многое лето, многое лето. Ну, жопка. Тронки, скажи. Пожалуй, побольше, чем сегодня. Да, приезжай, сразу, когда-то.
Кстати, кажется, можно распечатано потом. Отдельно потом, когда же будет разменивать. Далее. Я вам сейчас хочу подарить то, что у вас никогда из рук чтобы не выходило. Хотя у вас это и есть. Вот Библия неоткрыванная. Далее. Новый Завет на немецком языке. На французском. И на английском. Изучаем. Притом параллельно. Одна графа по-русски, другая по-английски, по-немецки. Хотя у вас то и есть. Новый молитвослов. Очень хорошая книга. Правдивая история. Далее. Детская Библия. Ну ясно, для кого это уже идет. Это уже я все делаю с прицелом. Далее. Три тома добротолюбия. Это хотя бы в конце жизни посчитали, будет хорошо. Я уже ничего тут не настаиваю. Так, на первом месте, конечно, Библия. Далее, цветник духовный. Два томика. Пасхальный великий день. Оптинские старцы. Это вам уже целая библиотека будет. Письма молодым людям. Тут явно, что речь о вас идет. Далее, раннехристианские церковные писатели. Это очень-очень редко. Просто христианство. Замечательное, хотя оно не православное. Кирилла Иерусалимского. Получение. И после Библии лично тебе вручаю домострой. Как хозяйство, чтобы у тебя блестело. И муж всегда был радостный. Далее. Иоанна Златоуста. Получается три тома. Это начало вам. Жития святых и Библия для старшего поколения. Пока будет это лежать на третьем столе, в дальнем конце. И Новый Завет в руках подержите, я их положу обратно. У вас есть, но это еще вам сгодится. Может, кому-то подарите. Ну вот и все, пока. Спасибо. Слава Иисусу. Новое лето. Слава. Запрещает. И если вы, друзья, хотите иметь после брака радость, то не господствуйте, служите, иначе брак вам будет в тягость. Когда в семейной жизни чаша порою будет горьковата, то знайте, это доля ваша. Кривиться и растать не надо. Смотрите, чтобы тьмой порочной обеты ваши не затмились, чтоб ваше «да» осталось прочным, и в «нет» оно не превратилось. На путь семейной жизни встав, приняв любви союз сердечный, с глубокой верой во Христа, за ним идите к жизни вечной.
хоть и вы жизни одной, разлегчите, вот уже и для вас, на гимны поют, и приветствует вас, люди добрый союз, а мы желаем счастья, счастья молодым. Лебединой верности желаем мы, жизнь благословится нашего сына. А мы желаем счастья, счастья, счастья молодым. Вот совсем уж недавно мы были детьми, помнят наши родные счастливые дни. Эта светлая радость сияла в глазах, и казалось, что детству не будет конца. А мы желаем счастья, счастья молодым, и лебединой верности желаем им. Уже благословится вашего сына, а мы желаем счастья, счастья, счастья молодым. Здравствуй, юность крылатая, чудо пора, как недавно сказали в древних словах. А сегодня она оставит мое, уже будет Христом вашим новым вождем. А мы желаем счастья, счастья молодым, и лебединой верности желаем мы. Пусть благословится нашего сына. А мы желаем счастья, счастья, счастья молодым. Мы все желаем счастья, счастья молодым, и лебединой верности желаем мы. Пусть благословится вашего сына. А мы желаем счастья, счастья, счастья молодым. Сашу и Калю, и Марина Ильича тоже. А часики, чтобы вы не просыпали на работу. И чтобы правильно и счастливее летней жизни наши. Спасибо. Саше, как своему другу, я искренне желаю счастья. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. А женщина нулю равна, там говорят. И от того, как эти цифры станут в ряд, счет колоссально может измениться. Когда женой входит в дом девица с толком и догадкой, она за мужа, став нулем, мужчину делает десяткой. А глупая жена пред мужем всегда становится вперед, и счет идет наоборот. И результат, конечно, хуже. Так пожелаем же, чтобы жена с супругом любим жизнь свою деля, вела его к высоким числам, а не сводила до нуля. И вы теперь, друзья, супруги, он муж тебе, а ты ему жена. И с нежной друг другу дали руки, любите всю жизнь, любите всегда. Любовь частица рая на планете, она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Все встретите вы в жизни, дорогие, неясности вопросов жизнь полна. И что бы вдруг на свете не случилось, любите всю жизнь, любите всегда. Она однажды Богом нам
вместе жить, любите всегда. Вас Бог благословил своей рукою, и небо зачитало навсегда. И оба вы теперь на рукою, любите всю жизнь, любите всегда. Любовь чистится рая на планете, она однажды была нам дана. И что бы ни случилось друг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Желаем здоровья, желаем вам счастья, желаем вам крепкой любви. Пишет первая. Я очень рад. Желает, а сама еще не знает, что такое. Чего не знает? Чуть-чуть нет, значит, он чуть-чуть знает. Все равно пожелать. Еще. Счастье, желание, любви. Батюшка, вы научите верить всему остальному, но мы уж да. Мы пожелаем. Пожелаем обыкновенного земного счастья. Посиди, заучи, сколько надо. Есть краюшку хлеба с миром, лучше за столом с женой, чем курятину с гарниром, пересыпанной с лобой. Я дарю вам поля кушать, желание забудьте во мнение, кушать в мире солнечный. Громко, громко. Я дарю вам поля кушать, желание забудьте во мнение, кушать в мире солнечный. Помните в салон Асафа, с вами зависть пусть не дружит, если иногда на ужин будет только чай и сахар. В доме надо мной и мыло, чистоту во всем любить. Кровь Христова вас омыла, в чистоте сердца хранится. Свечи в доме пригодятся, но скажу я вам при этом. Жизни слово исполняйте, сами в мире светом будьте. Марина, спасибо. Марина. А холодное оружие применять, друзья, не нужно. Вилки, острые ножи, фразы в доме, все нужны. Но чтоб острых слов друг другу, вы не смели говорить. Чтобы вес в мире и согласие вам всю жизнь свою прожить. Сладок этот мед, но все же, пусть вам будет слово Божье, меда сотового вас сладше, Библию читайте чаще. Скажем, мы тогда повсюду, и ничего пока не видите. Постоянно и повсюду свой сосуд храните в чести. Это подарки все от деревенской общины. Спасибо, Христос. Идут подарки. А вы вот кастрюльку откройте, где складываете. У вас записи ничего не будет, это кто-то не может. Я про это говорю. Все испортится. Подождите 10 секунд. Дайте то едят. Все будут такие бесплатные. Это все вам. Это будет, чтобы у вас чистый был сосуд. Это для стирки белья. Это вам. Это вот, чтобы вы первое угощали. Видите, тут много, вам пока это много. Это и для гостей. В это будете салат делать, гостей угощать. Две вам, четыре пригласить родителей.
если кого-нибудь, друзей придут к вам в гости. Спасибо. Так, это супчик сварите, тут бокальчики, ой, чай будете пить. Это тоже чай заварите, там тоже бокальчики. Вот, к всему еще приложение имеется. Все? Читать надо. А это вот вам приложение ко всем этим подаркам. Открывайте. Ну, держи, Осенька, держи. Вот. Ну что, сам не прочитай. Да попробуй, читай. Ну, читай. Лен, бери, что? Давайте я ее в Сиву верну, можно? Да-да. Дорогие Саша и Галя, поздравляем вас с днем свадьбы. От всего сердца желаем вам счастья и любви. Желаем вам, чтобы вы создали семейный радостный уют. Чтоб люди, видя вашу жизнь, сказали, они по Божьему живут. Желаем стать одной душою и вместе все переживать. Желаем радостной хвалою всегда в Христе вам пребывать. Желаем долгих лет, здоровья. Желаем радоваться, петь, гореть друг другу той любовью, с которой можно все терпеть. Желаем жить разумно, свято, носить друг друга времена. И будет ваша жизнь приятной, прекрасной, теплой, как весна. Желаем милости Господних так много вам. И, наконец, желаем чувствовать и помнить, что с вами любящий отец, семья Барабаш. Так, все пожелания читать? Ну, конечно. Саша и Галя, сердечно поздравляю вас с днем бракосочетания. Брачные узы скрепляют сердца, их не разъять никакой в мире силе. Вместе пройдут путь земной до конца те, кто друг друга и Бога любили. Любите друг друга, цените друг друга, держитесь друг друга до белых седин. Если вы хотите, чтобы ваш брак был прочным, стройте его на Христе. Андрей, Ирина, Никита, Лиза. Дорогие наши Саша и Галя, всей теплотой сердца поздравляю вас с бракосочетанием. Молите. Я не прочитаю. Почерк непонятный. Вот Вера Федоровна золото написала, я не могу прочитать. Это грамота излишняя. Вы же печатные буквы, напишите, всегда говорят. А фамилия, имя, при заполнении паспорта. Дорогие наши, дали. Нет, вот молитвы. Молите при злобе и хулите брата. Другие считайте. Ну, время идет. Дальше. Александр и Галина, от всей души семья Никитинов поздравляет вас с торжественным днем бракосочетания. Желает вам крепкого союза и любви Христовой, а также счастья и всех благ. Много детей, здоровья, денег, много детей, а самое главное – душевного спасения. Любите друг друга до самой старости и долгое вам лето. Михаил и Галина. Какая Галина? Написано Галина, не знаю почему. Переводали. А кто писал? Желаю море счастья и океан любви. Но в этом... Нет, Михаил и Галина. Татьяна, мы ошиблись. Ну ладно, мы скотчем заклеим, чего смеяться. Желаю море счастья и океан любви. Но в этом океане смотри не утони. Поздравляю вас с бракосочетанием. Желаю вам всего-всего понимания, любви, денег и кучу детей. Иван. Да, Ваня, у Миши. Дорогие наши Саша и Галя, в этот день дороги ваши сходятся, и теперь совместно вам идти. И не раз вам вспомнится пословица: жизнь прожить, не поле перейти. Вспоминая старую пословицу, вам желаем доброго пути, и желаем в мире жить, не ссориться, чтоб любви до вечности дойти. Желаем мы, чтоб Иисус благословил любви союз. Много и благая лето. С любовью и наилучшими пожеланиями, семья Инчук. Так, и тут еще такое сердце нарисованное. В этом сердце
Поздравления. Ну, а пусть выступает, да, от дома это считает. Это для них лично. Ты такая большая. Спасибо, Христос. Да, картину, конечно. Ну хоть покажите, что там, то нам тут тоже любой я. Да, да. Внутри? Да нет. О, красота. У меня есть что сказать. Поздравления. Я скажу поздравления, но вы поймете меня. Они меня поймут. Потому что столько поздравлений, сколько уж мы говорили, мы с Мариной, и вы тоже, тем молодым, которые до вас прошли, мы готовили вместе три свадьбы. Три с Сашей и две с Галиной. Три. Три было у нас, да. С тобой разве три? Да ты что, самый первый. И с ней тоже три. Видите, сколько много свадеб приготовили. Почему-то нам так показалось, вот мало того, что было до этого на свадьбах. Песнопение это все хорошо, но не хватало живого, нам казалось, слова Божьего. И, как говорится, совет это хорошо. Посовещавшись, применили талант моей супруги, и она перекладывала Библию в стихи, причем мы старались, чтобы эта Библия ожила, так как делали наши святые отцы. Жития святых мы читаем и в толкованиях Иоанна Златоустова. Почему Библию вот не просто так мы слушаем, допустим, на занятиях у Игнатия Тихоновича, а нам интересно слушать, потому что она оживает, все растолковывается, и мы тоже брали толкование, смотрели, так ли это соответствует или нет. И вот по всем этим толкованиям, по Библии, естественно, Марина делала стихи, и мы делали мезансцены, такие небольшие. Конечно, первое наше выступление на свадьбе, поздравление, прошло благополучно, ничего не было. Но сразу же после первого выступления пошли, ну, кое-какие нарекания в наш адрес, что это театр. Ну а театр, Иоанн Златоуст, вы знаете, что он говорит о театре. Начали мы с нашим духовным наставником, духовным отцом-батюшкой советоваться, что как. Получали полублагословение и всякое разное. Я все рассказываю, потому что поздравления, все они сами готовили тем молодым. И все это же сейчас к ним переходит. Все то же самое остается. Библия, она всегда одна и та же. Уже тысячелетия. Все то же. И неисповедимые пути Господа, как все это происходит. Первую сценку, которую поставили мы, чисто по Библии, делали, значит, библейский текст, сопровождали музыкой классиков наших. И там Александр у нас был Яковом, а Галина была Рахилью. Они там держали цветок, вы, может быть, помните, и раздавали слова любви. Но это был, кажется, первый звоночек. А никто не знал. Сегодня мы, брат нам, и потом батюшка толкование говорил, апостола Павла. И там был разговор о пророчествах. Вот я сейчас хочу сказать о пророчестве. А после третьей, уже, значит, свадьбы, там мы делали почти такой уже большой спектакль, делали почти на час. Многие видели его и по видео. Ну и так живьем тоже. И там я, значит, был папой, а Александр был как бы моим сыном. И вы помните, что они там были мужем и женой. Тогда ничего еще не было, потому что это мы все готовили вместе, и я все это прекрасно знаю. То есть любви еще ничего не коснулось. И вот смотрит батюшка, он не был у нас на этом выступлении. Посмотрел, и когда мы шли, он нас начал журить с Мариной. И сказал, зачем вы это делаете? А если, говорит, Господь посмотрит на молитву, которую они читают, там, молитва супругов, помните, наверное, прекрасно всю Библию. И говорит, и возьмет, и они станут мужем и женой. Я говорю, батюшка, да как, не может же быть, ну, мы же от чистого сердца просто Библию хотим показать. И получилось, что вот да показывались. И пророчество батюшки исполнилось.
в точности. И буквально через несколько, может, дней, ну, может, неделю. Ну и союз сейчас этот мы видим. Крепко молились. Очень крепко. Ну, простите, если что сказал лишнего, Игнат Тихонович, тоже простите. Я не кощунствовал, ничего. Рассказал всю историю, как было. Ну, как Библия рассказывает, так у нас было. Может, где-то мы с этими спектаклями перестарались. Ну, как был пророком-то? Как мы не поняли? Ну, батюшка. Что, я-то при чем? Я только сказал после, а пророчество-то составлял кто? А, режиссер. Так при чем здесь? Режиссер-то актеров не выбирал, они же сами нашлись. Ну как, это как раз режиссер. Чисто случайно это получилось там все. Ну а теперь я хочу вам передать это от нас поздравление от меня и Марины. Спасибо. Там не самое главное. Самое главное то, что мы помним вас. Любим. Ну и все, что здесь написано, вы знаете сами, сколько говорили молодым. Потому что это огромный подвиг вы на себя взяли, идти, ну так, немножко, хочу сказать, мы с Мариной, конечно, специально ничего не желали, мы просто живем и живем, но если наш союз с ней супружеский вам как-то помогает, или что, если что-то есть у нас негативного, вы не берите никогда. Но если есть что... На серебряную свадьбу мы это рассмотрим. А если есть что мудрого, возьмите себе на вооружение. Наш дом всегда открыт, вы знаете, он всегда был для вас открыт. Есть некоторые там нюансы, конечно, все это тоже знаете прекрасно. Мы друг другу, братья и сестры, родственники все духовные. Ну, многое лет вам. Многое лето, многое лето, давай. Любовь. Не только милых обоймет, но также и врагов. Твою любовь, Господь, пошли, любовью той нас озари. Заделай так, из двух одно, чтоб имя славилось твое. Где Божия любовь царит, там миром нет вражды. В опасностях Господь хранит, и нет ни в чем нужды. Где Божия любовь царит в народе и в семье, где жизнью Бог руководит, и счастье дает мне. Thank you.
значит, ты судил святой и вела новой женой. Скоро ты подошла и душица налила, чтоб напиться попросил из руки ее и сил. Я хочу из рук моих и буду с тем творить. Я хочу бежать и уходить поить. И тогда сказал он ей, плохо ты в ноге моей. Но ты сама оказалась, чтобы я тебя не знал. Ты должна идти со мной и правду быть женой. Теперь обвинила она, что твоя не суждена. Великая ты жена, все в обиде жениха. Все вы юные во всем, вы советуете с творцом. Наши жены вопросы, не море любит слез. Трудно на земле тому, кто не верит своему. Станьте Бога умоля, указаний слышишь, да. О, ваш мужем жениха будет ваша же стиха. Без смертельных ран и бит, без девушек их молит. Скажет, что это ж о Господь благословляет, к ним с небес ты снизойди, и любовью наполняет, и в сердца соедини. Дай, чтоб в жизни скоротечной им сиял светильник вечный, дивной благости твоей ты поток на них излей. Ты любовью непрерывно руки веры укрепляй, их уже неразрывно их вовек соединяй. Дай, чтоб радостью печали и к тебе соединяли, охраняли, направляли их в небесный вечный рай. Аминь. Жена, жена, ну где же ты? Петя, что случилось? Иди сюда скорее! Говори, я тебя и здесь хорошо слышу. А я тебе говорю, иди сюда! Я тебе муж или нет? Глава или нет? И муж, и глава не спорю, но если бы я делала все, как ты говоришь, немало бы беды было. Как? А вот так. Вчера ты принес грибы и велел их пожарить на ужин, а они казались ядовитые. Ядовитые? А зачем же мы тогда их ели? А мы их вовсе и не ели. То есть как это не ели? А что же мы тогда вчера ели? А мы ели грибы, которые я нарвала за нашим огородом. Вот поэтому меня сегодня и тошнило. И голова прямо раскалывалась. А тошнило тебя и вовсе не поэтому. А почему? А потому что ты вчера вечером закрыл трубу и лег спать. А когда я пришла с дежурства, то почувствовала запах угара и открыла дверь, чтобы проветрить дом. Вот видишь, проветрить. А у меня сегодня насморк. А насморк у тебя от того, что ты... что ты вчера ходил за водой, без шапки и в галошах на босую ногу. Я, вот видишь, я же говорил, что за водой можно было бы сходить и вечером. Если бы ты сходил вечером, то не надо было бы утром ходить. Послушай, с чего ты взялась меня критиковать? Я тебе муж или нет? Глава или нет? И муж, и глава не спорю, а просто объясняю, как написано в Священном Писании. Наставляйте и вразумляйте друг друга. Псалмами, славословием и духовными песнопениями, сливая в сердцах ваших Господь. Вовсе не похоже, но нашли славу, если друг дороги, друг себя встревожит.
знаешь, что я с любовью руку протяну, если вдруг несчастье на тебя нагрянет. Если на ресницах заблестит слеза, знаешь, что сквозь туман я с любовью гляну, осторожно самые глаза. Но если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знаешь, что сквозь туман я с любовью гляну, осторожно самые глаза. С другом можно плакать, можно и молиться, с другом можно просто сидя помолчать. Только нашим другом можно не считаться, друга первым делом нужно уважать. Если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знаешь, что сквозь туман я с любовью гляну, осторожно самые глаза. Но если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знаешь, что сквозь туман я с любовью гляну, осторожно самые глаза, осторожно самые глаза. Много дальних на дорог, есть один, который описал, не хватит слов. Это дар души, святой настрой, любовь между братом и сестрой. Самой чистой силой та любовь всегда бывает, но в сердце утренней зарей она бывала. Господа могла войти и сохранить родных сердец святующую нить. Братья, сестры, жить нам очень просто, с добрым словом, без раздора. Братья, сестры, да у вас нечестры, умеем верны вы. Каждая сестра стремится к братам, распуститься, как цветок, своим талантом. Каждый брат старается уберечь свою сестру от горестных встреч. Самым лучшим другом брать свою сестру знакомит, море Бога и любовь печальному законит. А когда бесплатен мы пройдем, в сторону тихонько уйдет. Братья, сестры, жить вам очень просто, с добрым словом, без раздора. Братья, сестры, сердца у вас нечестны, умеют жирными быть и любить. Горе промелькнуло, жизнь не будет закончиться, но не нужно ни о чем тревожиться. В небесах у самых простых врат будет ждать ее старший брат. С ангелом хранителем минуя все мы царства, хорошо здесь произойдет на небо Божий царство. Бог прижим всем и такой настрой, как между братом и сестрой. Такой настрой, как между братом и сестрой. Братья, сестры, жить нам очень просто, с добрым словом, без раздора. Братья, сестры, сердца у вас нечестны, умеют верны быть и любить. Умеют верны быть и любить. Вы знаете, вот мы уже много времени, у нас уже опыт какой-то семейный взяли. И вот одну вещь я выбрал в своей жизни выбрал направление одно такое, что ищите во всем совета. Ну, да,
праздниками. Нам понимается Богом Божьим праздником свои действия. И все у вас будет. Главное, живите в мире с Богом. Будет это все. А не будет этого. Дорогие подарки. Это все недостаточно. Да, любовь. И любви на всю жизнь, чтобы она вас показала. А мама с папой ничего не сказали, что вы подарили? Нам так интересно. Уже подарили. Они жуки. Они потом подошли. Сына подарили что-нибудь? Секрет семейный. Понятно. Слева улыбаются, справа улыбаются звезды в понятный песок. И в одну гармонию сливаются беспредельно Божию любовь. Всем понятно радостно, что теперь мы рядышком, все мы разделяем брачный день. И желаем вам отдельных благостей, вашей жизни счастье Божий мир. Не слышно. Божий мир. Ваше сочетание, пусть живет сознание, оба вы одно и навсегда. Не разлучит горе расстояние, Бог соединил вас навсегда. Саша улыбается, Галя улыбается, их сердца исполнены любви. Но любовь лишь только начинается, пусть она хранится во все дни. Но любовь лишь только начинается, пусть она хранится во все дни. Батюшкина. Это было в Барнауле, и батюшка сказал в конце службы, вещь одна, я запомнил ее, что кроме Бога и добродетели ничего не имеет, никакого значения не имеет. Поэтому в жизни своей хотел бы Гале и Саше пожелать не потерять веру, самое главное. А остальное все прикладывается. Почему? Потому что Господь дал этот брак, чтобы люди стали лучше, добрее. Ну, не знаю, получается у людей это или нет, но хотелось бы все-таки это видеть и надеяться на это. Вот, ну и в подарок им тут немножко с Наташей. Зелени тут. Так что, вот желаю любви вам и согласия. Софья Григорьевна. Старость. Ну, что еще могу сказать? Всего вам хорошего. Духов и скорби волна, горькая жизнь и неволя, Еве за грех суждена, стоны и немощи плоти, слезы бессилия порой, вот погруженный в заботе женский уклад бытовой. Женщина, трудно без Бога, узкой стезей идти. Вечная сколько тревога сгубят тебя на пути. Сколько обид, огорчений, сколько тревог, мелочей, сколько разбитых стремлений женщина в жизни. Назначил женщине рукой своей, беда помощница и мужу, быть на земле во всех его делах, и летний зной, и осенью и стужу.
Ты трудишься, мозоли наруга, немощный сосуд, а красивый, дану тебе в болезнях и скорбях. Несешь мой крест терпением до могилы, всегда возносишь нас твоих мольбах. Прости детей, ночей не досыпаешь, встречаешь всех, кто в этот мир идет. Уходит, кто с любовью провожаешь, совершаешь путь среди земных невзгод. Ты создаешь уют рукой своею, несешь заботу, нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощницы ты Богом дана нам. Невеста ты, жена или старица, любовь и нежность людям раздавай. Своему деле будь как голубица, и верой чистым золотом сиять. Своему деле будь как голубица, и верой чистым золотом сиять. Тихо нежные мотивы и мелодии любви, звуки струн, гитары, дымной между нами посреди. Мы за светлые улыбки, круг друзей вокруг себя, все запомнится надолго, между прочим говоря. Ты смотри, друзей своих забывать не смей на миг, у груди своей храни теплей. Ты смотри, друзей своих забывать не смей на миг, у груди своей храни теплей. Это чудное мгновение, будто сон перед тобой. Ты сидишь немного грустный и задумчивый такой. Все собрались для веселья, вот с тобою нам побыть. Пожеланиями благими жизнь твою сопроводить. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни тихли. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей на миг, у груди своей храни тихли. От лодка причала, путь далекий впереди. Будешь с бурями бороться, нужно к цели дойти. Будешь ты не расслоняться на колени у кормы и просить у Бога силы, помоги, прости, веди. Ты смотри, друзей твоих, забывать не смей на миг, у
груди твоей храни, не хлеб. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей добить, по груди своей храни, не хлеб. А вдали увидишь Христа, давай тихо обвести. Ты вставай скорей, бодрися, твою жизнь напереди. Там опять мы будем вместе, так же, как вот и сейчас. Там друзья нас ждут и близкие, и готов уже для нас. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей на миг, по груди своей храни и хлеб. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей на миг, по груди своей храни и хлеб. Танцы нежные мотивы и мелодии любви, звуки струнги дары жирной между нами посреди. Мы за светлые улыбки, круг друзей вокруг себя. Все запомнится надолго, между прочим говоря. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей на миг, по груди своей храни и хлеб. Ты смотри, друзей своих, забывать не смей на миг, по груди своей храни и хлеб. Коня стальной подковой, чтобы начали свой путь, верно, а не как-нибудь. В жизнь вступайте осторожно, дважды в два споткнуться можно, а споткнешься, упадешь, может, встать и пропадешь. Вы об этом не забудьте и всегда друг с другом будьте. Если горести лихие в жизни встретятся какие, то не нужно унывать, духом падать и растать. В жизни можете вы встретить бурный и противный ветер, зной палящий или мороз может вас донять до слез. А потом, глядишь, и солнце засияет вдруг в оконце. Только жизненные битвы не совершайте без молитвы, чтобы грех вас не сразил, надо много-много сил. Непорочно жить, друзья, вам без Господа нельзя. Бог для нравственного дела сил дарует вам всегда. Предки, что в прошлом жили и пословицу сложили, если путь начнешь без Бога, не дойдешь и до порога. Что ж, друзья, смелее дерзайте, с Богом путь вы начинайте, и Христа с собой возьмите, с Ним в союзе вы живите. Лучший друг Он вам и может вас хранить, и вам поможет. Ешь во славу Его жизнь, верность, дружбу и любовь хранить. Аминь. Там читается, что дал Господь, сбывается, и каждый улыбается, желая счастья вам. И каждый улыбается, желая счастья вам. Светит ясное, и небеса прекрасные, и птички, и песни звонкие, сегодня для вас пою. И птички, и песни звонкие, сегодня для вас пою. Друг друга любви в сознании, вы дали обещание, и ваше сочетание Господь благословит. И ваше сочетание Господь благословит. Основу живите дружно вы, любите друг друга нежно вы, и жизнь она покажется на вашем пути светлей. И жизнь она покажется на вашем пути.
Я тянула, чтобы принять и тебя.
Бог восходящий, я звезда, за звуждой зою вечной соловита. Одеждой драгоценною покрыл ты одесь, как великого сына ты привита. Возложен из угла во венец, ты назвала невестой Соловита. Ради испытания и плоды могла, и по ней от рождения выда. Блаженство заслужила ты, счастливая жена, вызвал тебе Иисуса Соловита. Прекрасная невеста, твоя боль ты сгоришь, твоя печаль из города куда забыта. Зарёй на небосводе, как наполненный горит, ты послана невеста Соловита. Она верна, сверкающим огонь, воду огонь. Ребята, если что, что-то...
благодарить Костю Дмуха за то, что он приехал с Добуновыми. Ехали, но не ушли. Ехали по грязи, даже пихали. Хочу поблагодарить всех деревенских, которые помогали нам, которые молились о нас. Хочу поблагодарить лагерных за помощь, за концерт, вообще за все. Спасибо, Христос, и низкий вам поклон. Слава Боже! Но сейчас мы собираемся, и через час где-то мы уже уедем. Я тоже хочу поблагодарить жителей поселка за то, что помогали готовить. Спасибо вам большое всем. Принимаем благодарность. Мы думаем, что мы старались все, чтобы вам понравилось, чтобы не огорчить родителей Саши и Гали, маму. Мы думаем, что все прошло благополучно. Может быть, можно было что-то сделать лучше, но как смогли. И особая благодарность Игнатию Тихоновичу за книги. Спасибо, Христос, и за Галю. Я бы и не хотел говорить. Я хотел сказать, когда уедут родители, потому что торопятся, более пространно дать поучение, наставление. Но коротко скажу так. На наших глазах случилось не одно падение людей, которые на первое место поставили собственный эгоизм. Это трагедия нации. На эгоизме сегодня люди пытаются построить что-то. Пытаются. Ни в семье, нигде ничего не получится. Свое «я» отомстит тебе, потому что «я» без Христа – это животное происхождение от земли. Идет звериное в человеке. Эгоцентризм. Почему на первом месте Христос поставил отвергнуть себя, свое «я» раздави. Возьми крест и следуй за мною. Вы знаете, в нашей общине сколько было людей, которые поставили себя на первое место. А потом они разные причины искали, что ушли. И они потеряли все. И даже на прежнем уровне, когда они пришли из мира, они не остановились, они пали дальше. Это оркестр изложит все время слышать. Вот. И если я что-то для вас сделал, а вы мне отомстите, как эти люди, это будет моя высшая награда. Если вы то, что слышали, доброе, примите и исполните, награда моя будет меньше. То есть часть награды я получаю в вашем послушании, тому, что преподавал вам. Так говорит Анна Златоуст. Я трудился, я получу только за эти труды. А будете слушать, не будете, от меня это не зависит. Это зависит от вашей доброй воли. И я не перечисляю вам тех, которые люди ушли. Вы их прекрасно все знаете. Ни один не остановился даже на том страшном месте, где они были. Они скатились дальше, где были до обращения к Богу. Кто вором сделался, кто развратником, кто дальше и дальше. Поэтому, как вы воспримете это не мое. Сокровище, данное вам, неоценимо. Ваши сверстники сейчас играют где-то свадьбы. Сегодня играется, допустим, 100 свадеб в Барнауле. Статистика говорит, 80-86 разводов будет. 80-86. Хотя 17% еще Крупская называла национальной катастрофой. Это вообразить невозможно. Ну и женится, естественно, она у него не первая, и он ее не 21, а 25. Даже в школах этому разными предметами болеологии научают. В христианстве не так. И детей будет столько, сколько Бог даст. Когда я разговаривал с одной казашкой, я говорю, а вы не говорите, что дети это плодит нищету. Она говорит, нет, Бог даст барашка, Бог даст травинка. Вот как-то так получается, что откуда-то что-то у вас будет. Но главное это послушание. Мне иногда ставят в упрек. А вы не подавляете волю ребенка в лагере? Моя задача подавить эту волю. Всегда смущает вот эта категоричность, максимализм. Разметать эту волю. В нем воля осла, в нем больше ничего нет. Это дикое животное. И насадить в нем волю опыта, волю христианскую, волю Библии, волю родителей. А у него воля одна. Сегодня семейство, он больше в школу ни разу не пойдет. Его не посылают в магазин за хлебом, он не пойдет. Родители нужны накормить, а потом до вечера исчезли. А вечером опять до родителей откуда-то появились, накормили, опять исчезли. И они не спают, не лягут вовремя, ничего. Задача любой нации сохранить новое поколение, насадить в нее волю опыта. И те нации, которые что-то успели сделать, они построили это только на дисциплине. На первое место дисциплину поставьте.
Дисциплина – это порядок, табели о рангах, которые дал Бог. Жене – глава муж. Все. С левой стороны никогда на ту сторону не становись. Это не твоя сторона. Здесь стоит Христос. Мужу глава – Христос. Христу глава – Бог. Все. Извращение этого порядка привело к неспровержению одного из трех столпов, на которых зиждется любое государство. Это вера в Бога, семья и частная собственность. Все. Веру в Бога у нас истребляет, истребляет. Лжеверу насаждает в церквах. Семьи как таковой практически нет. Слабости брака нет, можно разводиться хоть 100 раз. Государство не ограничивает количество разводов. Лишь бы не было общее хозяйство. А у них ни одного, ни два хозяйства нет. Ну а частная собственность, мы только начинаем нюхать ее. Как правило, если у того, кто успел наворовать в эпоху великого хапка. Вы сидите под такими знаками из Священного Писания. Дух Святой сказал эти слова, так и будет. То, что я вам говорил, не всегда нравилось. Вы попросили дать вам характеристики, я написал. Мне сказали, с такими характеристиками в тюрьму не пустят. Когда прослушали ваши характеристики. Но я ничего не скрыл. А вы бы еще спросили, а изменения есть, я скажу, да, есть. Изменения к высшему. Я благодарю Бога и боюсь об этом говорить в глаза. Сегодня мы что слышали здесь? Они пожеланиями и останутся, без вашей воли. С первого дня положите, помаленечку все время двигайся. Не садитесь за стол, пока не почитаете Священное Писание, хотя бы главу. Каждый день. Я не лягу спать, пока не помолимся. За стол не сяду утром, пока не почитаю Священное Писание. И живи не для себя. Всегда находи людей, которым труднее, чем тебе. Есть многие, которые сегодня не видят этого света. Не слышат щебетания этого воробья, чириканье. Постарайся им как-то помочь. Вот для этого нужны сегодня христианские семьи. Христианская семья – это маленькое государство. Это умение управлять государством, умение управлять собой. Тебя гнев подходит – истреби его. Истреби! Слово «обида» на первом месте будет стоять. Обида, не додали, не дохвалили, не дооценили. Истреби это, и будет семья. Не будет это, будет каторга. Страшный терновник поглотит все. Это я вам пока только кратко хочу сказать. Сколько я вам говорю получений, вам хватит на много-много лет. И вот эти книги, чтобы они у вас не безмолвствовали. Дополнительный Новый Завет и положил с условием, чтобы вы приобретали. Идите в этот мир. Есть такой псалом, поется «Дайте свет». Люди гибнут без Христа, дайте свет. Люди, которые жили без Бога, жизнь их заканчивается, они уже мешаются, не знают, что делать. Дальше могила и ад. Веришь ты, не веришь, но дальше ничего за этим нет. А у меня дети, дети будут мучиться и будут хвалить тебя или проклинать. Если вы на этом будете свое строить, дальнейшее, житие вместе, или страшное, постыдное сожительство будет. Я не говорю об измене, а просто деваться некуда, страх, ты будешь терпеть это. Как будешь иметь страх перед Богом? И мудрая жена устроит дом свой, это ты. А глупая разрушит его дом своими руками, такой жены рядом нет. Ты пока очень мудрая в глазах людей. А в глупую ты превратишься к утру, если начнешь настаивать на своем. Понятно? И не говори так, что жены повинуйте своим мужьям. А что повиновать? Там глупее меня. Там дальше не написано. Если глупее, то не слушайте. Слушайте, на этом все. Мы в лагере кормим, в первую очередь, мальчиком. Везде приоритет мальчику. Это защитник, это судья, это священник, это кормилец. Лучший кусок все мужу. Муж отощает, вся семья с голоду умрет. Жена всегда на втором месте. Но за нее ты должен, говорит, потребуется и жизнь положить. Как Христос за церковь. Аминь. Продолжайте. Конечно, все родителям тут не может понравиться. Это другой образ жизни. Ну, может быть, отец понравится. А остальное, скажем, тебе пьяность. Не было, ругани не было, мордобоя не было, и неба нам горе. Мало неба и земли, как понятно, свадьба, свадьба, свадьба. У нас этого нет. Ни горького нет, все сладкое. Навеки вечное. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
называется сага. Сага — это народное сказание в виде сказки. Мы это можно не снимать.